Всем привет! Многие спрашивают, откуда качать мои сборки. Под любым моим видеороликом всегда есть вот ссылочка «Мой блог». Вот идете на мой блог, и здесь, как правило, указано несколько кладовочек. Первое – это «Мега». Вторая – это Google Drive. И третье – это Яндекс. Вот на Яндексе, пожалуйста, можно скачать Linux Mint Cinnamon сборку и Debian. Нажимаете, пожалуйста, нажимаете на словечко «Скачать». И спрашивает, где сохранить. Понятно, да? Значит, на Google Drive Debian, Linux Mint Cinnamon, опять-таки. Нажимаете на Linux Mint Cinnamon. Здесь он дан с контрольной суммой. Вот нажимаете на ISO. Загрузить. Загрузить в любом случае. И указываете, куда сохранить. На Меге мои сборки. Тут и Debian, и Cinnamon есть, и Mate, и XFCE. Выбираете вот изообраз. Скачать. Обычная загрузка. Показать. Сначала он все это дело загружает, а потом просит вас сохранить, значит, в папочку загрузок или куда укажете. Вот практически и все. То есть сборки мои качаются очень просто. Также, значит, качается файлик команды видео. Он является, скажем так, основополагающим, скажем так, онлайн руководство по многим вопросам. То же самое, обычная загрузка, он абсолютно крошечный. Вот видите, как быстро грузится. В конце загрузки он, значит, спрашивает, куда сохранить. Указываете куда, и, значит, все в порядке. И еще, значит, полезная информация из моего блога — это вот все мои видеоролики. Сверху донизу, от новых к старым. Там, где видите замочек, значит, эти видео пока еще в обработке, значит, в редактировании. Где замочка нет, пожалуйста, значит, вот, можете на любой ролик вставать. Это вот самые последние, самые первые вот здесь. Вот, это был самый первый видеоролик, там второй, третий, и пошло, 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 пошло. Вот и все. То есть практически ориентироваться здесь очень просто. Здесь опять-таки рассказ о сборках, о моих сборках. Ну вот я там еще одну сборочку записываю, скоро еще там одна графа, значит, появится. Ну, вот таким вот образом. Желаю всем всяческих успехов и удач. До новых встреч.